Конечно. Ребят, пожелайте мне приятного аппетита. Все. Начинается время трапезы. Время трапезы, ребят. Бон аппетит. Мы взяли новинку. Очень вкусные бергеры, смотрите. Ангус. 100% ангус. Ангус, понятно. Ангус. Я не знаю, какой это. Я сам не знаю, какой. Какой-то ангус, ребят. Нет, не амогус, ангус. Ебать. Тут двойная котлета из мраморной говядины. Вы на это посмотрите. Бекон, сырная котлета. Бекон, сыр. О, сыр, помидорчики. О, и сколько один такой бергер стоит? Около 500 рублей вроде, да? Да, другой 550. Охуеть, ребят. Вы представляете себе, пол косаря за бергер. А я, короче, бонусами оплатила. Бонусами? Да. Вот ты жопа. Ты все за рубль купила? Хитрая жопа. А что, зря не ювелир покупаем? Ну да. Ну давай, говори. Посмотри на Феню. Сади ребенка. Че, кошка, кушать хочешь? Конечно. Дай ей мясишко ты. В это сложно поверить, но это по вкусу реально натуральное мясо. У нас есть бергерные, в которых бергеры по 15 баксов стоят, но это крафтовые. Крафтовые, они вкусные. Конечно. Они вкусные, да, но очень часто очень жирные. Очень вкусно, ребят. Я из мяса только кожу с губ сгрыз. Но, ребят, покушайте. Как думаете, ребят, если бы у меня Бургер Кинг или Додо взяли бы рекламу, я бы так на стриме ел? Реклама была бы эффективная. Многим сейчас поесть захотелось. Но мне нравится, что они в коробочке. Угу. Уже жру. Он такой большой просто, ребят. So fucking big. Да. Я заказываю быка, ты доволен, рожа еврейская. Ну так и запишу. Поделись с Настей, да она не хочет. Хочешь? Она отказывается. Тут еще жареный лучок, ребят. Причем не такой пережаренный, а прям такой нежно жареный. Ой. Ой. Рандомный факт. Хотя, просто приятного аппетита и построй ферму куриц по инструкции, тебе должно понравиться. Я чекну после того, как поем. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо большое за донат и за гайд. Я чекну, только поем сначала. Да, лук карамелизированный. Ругаться за что? Ой, ребят. Ой, не могу. Ой, салатик-то какой свежий. Блядь, они специально бургер как будто для стрима собрали. Тут салат не жухлый, нормальный, такой хрустящий, свежий. Помидорки свежие, все свежее. Как будто знали, суки. Настя еще и сладости взяла.
Ох ты ж, господи. О. Это я на елку. Настя из сладости на елку взяла. Потом же захочется на Новый год цепануть что-нибудь. А тут опа, киндер-сюрприз. Слушайте. Это салат. Прям хрустящий, свежий. Сидим с мужиками у костра под елкой и едим БГ. Заебись. Да ты вообще много взяла, прям вау. Настя тут взяла Орео и печеньки, другие. О! Это пряники. Спасибо. Кирилл, скинь потом, когда я доем. Я просто пока что не могу, у меня руки. Ой, ванильные Орео. А это пряники маленькие. Местные. Бибикадо авокадо. Не, бибикадо авокадо, если мне сейчас таких бургеров 10 было. А я, может, реально могу банкером стать? Вот сей такой, ой. Сколько по 10-бальной? Блядь, 10, не. Ладно, 10 это прям совсем. 8 с половой точно. Но это самый вкусный бургер у БК, который я пробовал. Прям вообще. Лучше беконайзера, бля, базаришь. Реально вкусный. Я не могу. Тут еще сыр такой мягкий. Ой. Я открываю второй. Вы, конечно, извините, ребят, но на этом трапеза не заканчивается. Нихуя. Я открываю второй бургер, ребят. Второй бургер, ребят. Давайте ближе в камеру покажу. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите. Я его даже открываю. Ой. Вкусно. А это что за бургеры? Да. Короче, тот был соусом терияки, а это чисто обычный ангус. Мраморная говядина, типа.
Ой. Блять. Нет, никогда авокадо, у меня тут сейчас спал кусочек, никогда авокадо заплакал на этом моменте. Такой. Это очень вкусно, ребят. Майн скоро будет, как я доем. Мы продолжим. Ой. Вы, кстати, не поверите, ребят. Хотел, наверное, лучше не рассказывать. Вы, блядь, опять засрете все. Не, нахуй я вам нихуя рассказывать не буду. Пизду. Будь как с мавзолеем ебаным. Не. Ммм, какой свежий салат. Вождя, я тоже купил вкусный булка с Black Anus. Агнус. Ангус, точнее. Не анус. Бананус. Да. Ну расскажи. Ладно. Я расскажу, только не смейтесь. Смотрите, ребят, вот как бы бургер. Но мне типично бургер есть неудобно. Настя подтвердит, я все время бургер переворачиваю, потому что мне удобно есть бургер перевернутый. Мне так удобнее, не знаю почему. Не знаю, ну они могут засмеяться, они же любят смеяться. Бля, что-то так много людей, оказывается, так же ест. True story. Так и надо. Он так меньше. Ну я согласен, так удобнее его есть, реально. Как бы сейчас смеются те, кто вообще бургер не ест. Ммм, тут сыр. Да, вот там сырные котлеты в обычном. Угу. Да, он уже в праве. Угу. Матроскин. Честно, я вот баню таких хотел кидать, блядь, по 10 сообщений в одном этом. Ясно, простоквашино письмо. Не, просто верхнюю булочку, она слишком толстая, и так неудобно есть. Нет, и обычно ты кусаешь, с верхней съезжает, и в итоге качается, что нижний меньше становится. Ммм. Какой большой помидор попался. Я чекну потом предложку. Они такие большие, такие вкусные. Блять, кусок мяса убежал. Кабан убежал. Убежал кабанчик. Не поймали. Что там за паук? Да ползал по мне паук какой-то, хз откуда. Какой, маленький? Маленький, да. Ну просто большой с туалета, он бы как бы он ползает, он там бегает. У нас есть свой туалетный паук, который чего-то ждет. Мы его каждый раз паутину обламываем, а он, короче, все равно ее опять ткет и сидит, короче, и сидит. Но срать не страшно. Не, походу, это терияки.
А чё так рано ёлку поставили? Нормально поставили? Не, а чё, блядь, не нравится? Угу. Какие претензии? Хотим ёлку. У нас новогоднее настроение, игрушки. Угу. Да? Mm. У нас снег на улице есть. Поэтому у нас ёлка стоит. Кстати, по вечеру там вообще только никого не было. Но, блядь, доставка была, делать будет. Как зовут паука? Мы его не называли, но он панконожка у нас. Ой. Что, тоже кушать хочешь? Нет, он кушать, скажи, я хочу. Ой. Пойду лучше помою, ребят, и позвоню. Хватит! Хватит!